яровой пшеницы. 6 миллионов. Ну, честно сказать, в бункере, по бункеру, если смотреть, по объему пока, не по весу, то здесь больше 60. Потому что по объему получился такой же, как ячмень. Это вот же уже 5 миллионов участок. Так он выглядит. Зерно достаточно крупное. То есть здесь больше где-то 40 грамм. Ну, так. Пшеница уже немного перестояла, но дождей не было, поэтому качество она не потеряла, просто, может быть, стала суше. Этот участок у нас 4 миллиона, но он, кстати, кажется даже гуще, чем 5. Ну, зерно здесь также крупное. Четыре миллиона. Густота держится. Три миллиона. Здесь зерно совсем крупное, прям визуально видно, что оно выполнено. Три миллиона. Колос длиннее. Два миллиона. Зерно крупное, зерно по объему такой же, как у озимой пшеницы. Если вот взять два вороха и сравнить, это зерно может не отличить, где яровая, где озимая. Поэтому такой же крупности, как у озимой пшеницы, на двух миллионах, на двух и на трех миллионах. Посмотрим, как будет у нас в бункере все. Но это интересно. Действительно, это интересно, потому что это альтернатива. Это в чем-то даже экономия основных средств, потому что можно сэкономить на семенах, можно сэкономить на транспортировке семян, погрузке семян, и в целом выиграть время, то есть сеять более эффективно, быстрее, потому что у вас будете меньше тратить на погрузку семян. Здесь тоже можно находить эту эффективность. Ну, в целом посев 2 миллиона выглядит отлично, отлично. В нижнем ярусе толстая соломина. Такие вот колоски.